привет, меня зовут Дима Костюк, мне 22 года, и я из Харькова. Главное — это музыка. Это то, для чего я вообще живу. Я пишу свою музыку без нот. Сам не знаю, откуда она взялась. Она вдруг обрушилась на меня сверху. Мелодия приходит абсолютно извне. Я не раз песни писал, просыпаясь. Быстро бегу в комнату, включаю диктофон и записываю быстрее. У каждого человека есть предназначение свое. Другого сценария я не вижу в своей жизни, кроме как жить музыкой и писать песни, нести людям через эти песни какие-то свои мысли, переживания. Собственно, поэтому я пришел на «Голос». И мне нужно спеть, мне нужно дать о себе знать. Мне нужно сказать, что вот я есть. Спасибо. Добрый вечер. Здрасте. Посмотри, пожалуйста, на меня сразу. Не бегай, глаза успокойся. А это было круто. Ну, в смысле, ты сам про себя? Нет. Или про поворот? Про поворот, в принципе. Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Дима Костюк, мне 22 года, и я из Харькова. О, Харьков! Девочка, скажи, пожалуйста, ты певец, композитор. Расскажи о себе. Я музыкант, обычный музыкант харьковский. И я пишу песни свои. Ты не обычный музыкант, ты хороший музыкант. Ты не обычный харьковский музыкант. Спасибо. Прекрасний, несподіваний виступ. Дуже багато було, можливо, непрофесійно заспіваних нот, але це не так важливо. Я не знаю, до кого потрапиш в команду. Я не знаю, чи буду я твоїм тренером, чи ні. Я зразу почну бути твоїм тренером, поки ти навіть не вибрав. А можемо зараз під акустику цю саму пісню... О, Сочи... запрещені прийомчики пішли. Стоп. Ну, пєння вместе з артистом, Слава, це не дуже... Я не буду співати. А, ти там постоїш рядом? Я не буду навіть туди йти. Ти зараз коснешся його, все, нечесно. Ти ж волшебник, ми тебе знаємо. Можна так зробити? Коснувся. Давай по-честному, давай. Добрый вечер. Садись, кресло посиди. Я зараз серйозно хотів про музику, якщо можна трошки без шоу.
Ти можеш заспівати цю пісню, от можеш тут спокійно сісти, під перебори кусочок, да? Давай попробуємо. М'яко. Мій хлопець. Так два рази краще, я думаю. Не плачь. Почекай, зараз в нього пройде через пару хвилин. Не, ну що це, Слав? Ну, давайте буде боротьба чи... Ну що це за штучки? В сенсі, ну які штучки? Я просто на ходу показую, ну, як я працюю з людьми. Давай я тебе... Ну як ти... Хорошо, хорошо. Ну-ка. Только не танцуйте, медлячок. Не бойся. Ну что? Все серьезно. Ну, мне кажется, что сейчас это... Сейчас все очень серьезно. Давай на уровне ментально поговорим. Сейчас Тина поговорит, и я еще одно... Нет, я считаю, женщина в этой дуэли лишняя. Я вижу, ты парень умный, потому что поешь умную музыку, и интеллигентные глаза у тебя. Подумай хорошенько, оба тренера великолепны. Святослав, он действительно тебе подходит, как, по моему мнению, по самому духу. Я слушаю, что... впевненный, что ты пойдешь до Славы Вакарчука, тому даже не буду перебивать. Да, я теперь буду сопротивляться еще больше в 10 раз. Я тебе объясню, почему. Потому что все равно рано или поздно... Вели все разберут. В музыке... Десять балів. 20. Саня, красавчик. Красавчик, Саня. А ты легко учишься, кстати? Я тебе хочу сказать, даже Святославу Вакарчуку когда-то в свое время помогали люди. До того, как он начал заниматься душой и стал священником на сцене. Я вот что хотел тебе сказать. Душе и сердце Слава как никто к тебе подходит. Он с тобой настроен на одну тональность. Он с тобой на одной струне. Я тебе говорю про другое. Тебе уже сейчас нужно думать о своем будущем. И не быть с Вакарчуком, вторым Вакарчуком, а стать самим собой в команде Потапа. Новым. Новым собой. И показать себя, и пойти дальше. Выбирай. Там, конечно, что ты. Тут даже разговоры. Мы не даем друзья, сказать слово. Друзья, я буду рефери здесь. Тишина. Все правильно. Святослав тоже когда-то был начинающим музыкантом. И то, как он сегодня, сейчас искренне и передает всю эту правду через свои песни, которые слушает вся страна. Это результат работы. Работы долгой. Но. Я себе сказал, когда выйду, я тут определюсь, кого мне нужно выбрать из наставников. Шоумен. Все правильно. Святослав тоже когда-то был начинающим музыкантом, и то, как он сегодня, сейчас искренне и передает всю эту правду через свои песни, которые слушает вся страна, это результат работы, работы долгой, но. Я себе сказал, когда выйду, я тут определюсь. Кого мне нужно выбрать из наставников? Шоумен. И я хочу быть в команде... В команде Потапа. Молодец. I feel you, bro.
Молодец, молодчинка. Удачи. Все в порядке. Удачи. Все буде, якщо потрібна якась допомога, все одно звертайтеся в Москву. Я думаю, що ми прийдемо к тебе, Слава, за советом, потому что это такая музыка, которая, она твоя. Он по духу музыкант. Музыкант с тобой идентичен, симметричен, суперсимметричен. Но помогать ему буду я этим очень горжусь. Спасибо большое. Молодец, молодец. Ну все, иди со своей порцией славы, а со своим славой я разберусь. Да, молодец, хорошо пел. Я, не бей меня. На секунду. Саша предложил мне деньги, чтобы перекупить его. 20 гривен. Ладно, в каждую руку. А Святослав был вашим ориентиром. Дим, в последний момент. Святослав действительно музыкант, и он мне близок. И это решение мне давалось серьезно, нелегко. Я смотрю на него и говорю, скажи, как-то мне подскажи взглядом, что, что мне вообще выбрать, кого. Я думаю, нам бы было комфортно с ним вдвоем. Потап сказал очень грамотные вещи. И он понял меня. Я думаю, мы очень хорошо поработаем. Я думаю, это будет что-то очень крутое, серьезно. Славка, ты расстроился? Ну а что ж, он умный мальчик, он же знает, что делает. Ну, напевно, что да. Чего ты? Не, все хорошо.